Схемы такие. Интересно, что знаете, какие схемы бывают. Кулик. Так, а тент снимается, говоришь, быстро. Давай только просто на этих, да, держишь? Да, просто. Угу. Вот перегонять буду там через этот человек до боевого. Вот здесь сюда, да, теперь все в одном месте? Да. В этом плане, да. Здорово. Нет, так конечно хорошо, нет, ну совсем другое, на самом деле, потому что кто 35-й. А лебедка там сзади, да? Ну она в рундуке, да. Она в рундуке. Ты хочешь проверить, в принципе, коробку, мосты? Все посмотрите. Угу. Полностью все. Ну да, вы панель правильно, что поставились, значит все равно. А, значит, пожалуйста, он на сиденье регулируется по отвесу. Да, там сзади крутилочка со шкалой. Да. Можно скрутить будет дорогу. Там шкала есть, прям можно по килограмму выставить. Дворник, да, соответственно, открывается, там тачок. Панель раньше сделали все. Красиво смотрится. Да, счетчик вот часов, температура. Температура где-то до, ну, сейчас он вообще не будет греться. В принципе, до 100, там 50 где-то до 140. Да, единственное, что подсушку заводить, надо вот этот рычаг удернуть. И масса есть. Вот оно пришло. Под рулем слева вот масса, чтобы выключать полностью. Да, нет. И первый как бы, да. Можно 30-40. Да, это понятно. Он делал. Где, да, первую замену. До новых встреч, заеду в гости еще. Это ты зря. Уголок вот этот на излом. Сейчас на подходе мало еще. Очень маленький, готовьте. Сейчас мы немножко... Следующий маленький будем брать. Да, испытаем. Поставим, краски съесть. Ребят, добрый день всем. У нас сегодня обзор первого серийного малыша с тентом. Вот. Единственная такая ситуация, что мне там по семейным обстоятельствам надо срочно ехать домой, поэтому у нас приехал оператор, а я два слова скажу и побегу. Значит, ребята дальше уже покажут технику, как она едет. Там и БТХ будет, и малыш будет серийный. Вот. По малышу все, процесс пошел. Вчера вот приезжал с Мурманска клиент, по нашей схеме мы... Ну, собирается подписывать договор, мы оплатим ему билеты, то, что мы говорили. Вот, подпишем еще договор. Так у нас уже 3 или 4 малыша в работе. Хороший вездеход, сегодня все увидите. Вот, ДПшки на него собираемся поставить, ободрыши посмотреть, как он на них будет ехать. Еще есть варианты по белшины, резины разную попробовать. А так у нас переезд состоялся. Вот мы только-только вообще все вещи скинули, поэтому не смотрите на бардак, что называется. Просто вчера вот переезжали из ангара и со старого производства БТХ сюда на базу, в новый цех. Там сварочный цех за стенкой, здесь сборочный будет цех. Здесь будут посты сборки Атрины, БТХ и малыша, все вместе. Вот, поэтому та задача, там, которую мы всегда себе ставили и пытались... И мечтали, так сказать, о каком-то расширении в плане, чтобы было комфортнее работать. Вот мы приехали на базу с отоплением, с теплыми стенами и так далее. Там, надеюсь, что здесь у нас все получится. И Атрина первая серийная почти готова, сегодня она будет в кадре. Андрей, Камчатка, не переживайте, да, понятно, сложная машина. Тут и малыша первого серийного 2 месяца собирали, хотя он совсем маленький. Там по Атрине, да, зато все классно получается. Это такой прям серьезный экспедиционный настоящий вездеход.
крутой. Вот, очень надеемся, что скоро и он уже будет на полноценном обзоре с полноценными испытаниями. Что ж, спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на канал. Звоните, пишите. Сейчас заказы принимаем уже на январь-февраль. Планируем работу. Скоро весна. Весенняя охота. Заказывайте сейчас машины. Вот, ну, по малышу, к сожалению, вокруг него не успею я походить. Я убегаю. Вот, но Денис и Станислав максимально покажут кадры. Проедут болотинку, испытают машины. Потому что обе машины сегодня уезжают к своим клиентам. Алексей вот сегодня приезжал, смотрел вездеход. И второй Алексей приедет вечером за малышом. Вот, поэтому спасибо, ребят, что нас смотрите, что нас поддерживаете. Можете нас поздравить, да, ну, пока как бы рано, наверное. Ну, пока, с другой стороны, рано, потому что надо обжиться, все расставить, навести порядок. Офис мы сейчас будем строить, раздевалку хорошую, столовую, душ. Ну, все, чтобы было комфортно для людей работать. Вот, будет открытый балкон, то есть отсюда сверху производство все видно. Там за стеной еще сварочный такой же цех, большой достаточно. Поэтому я думаю, что в следующем видео уже мы постараемся показать, как все красиво сделано, уже налаженные столы, рабочие места и так далее. Все, ребят, я побежал, надеюсь, у ребят все сегодня получится отснять без меня. Вот, все, до новых встреч, до новых видео, спасибо, что нас смотрите, пока. Так, давай все-таки покажу быстро, пока уезжаю. Вот такой вот первый серийный малыш. В принципе, отличия какие? Ну, сделали тент задний. Серег, ты магниты купил? Вездеход отправлять через 3 часа. Стекло не доделано. Привез? Да самое, извиняюсь. Шины Авторос 1050. В следующий раз будем сейчас экспериментировать. Я сказал, с шинами разные пробовать варианты. Вот такой тентик получился. Немножко здесь увеличили навес по длине. Вот, сиденье наше с демпфером. Двигатель здесь уже чистая 20-ка ланчин. Счетчик моточасов поставили. Самое интересное, лебедку убрали вовнутрь. То есть теперь лебедка у нас стационарно расположена. Не надо ее ни снимать, ни ставить. Все, то есть она на месте, она подключена. Берешь и можно сразу пользоваться. Вот. А так, по тентику, да. Что у нас по тентику? То есть открывается тент. Закатывается. Здесь у нас так вот система сделана. Здесь также 4 места в кузове. Бак мы расположили вот так вот в задней секции. Пока что, по крайней мере, посмотрим, чтобы там его не цеплять. Здесь как-то, в общем, и удобно, в принципе, высоко сидишь. Удобно. То есть ты уже все, от дождя закрыт. Либо здесь вот конкретно брал человек, чтобы вещи можно было сложить. Можно также мягкие сиденья сделать, если надо. Здесь вот окно, наверное, открывающееся тоже будем делать. Рамку, может быть, будем делать, но это уже надо обсуждать под заказ. Надо ли делать рамку и открывающееся окно, потому что вот Алексей, он в основном заказчик вездехода, сказал, что ну просто для груза, то есть не людей, а груз возить. Так, столик. Вот. Ну а так, малыш такой же резвый, еще стал резвее на этом моторе. Подкачку сделали для глушителя, можно посмотреть. На самом деле, что-то мы еще делали. А, ручной газ появился. Ребят, ручной газ уже вчера пользовался. То есть можно так же, как круиз-контроль использовать. В общем, какие-то модификации мы внесли, конечно, по сравнению с прототипом. То есть, если что-то где-то делали вручную, здесь уже больше на лазере, на станках. Более так все как бы по-заводскому. Изменений не надо. Здесь, видите, хороший вынос колес, чтобы ничего не цеплять. Вот, поэтому звоните, пишите, принимаем заказы на малыша. По БТХ тоже два слова. Ну, БТХ-2 наш флагманский вездеход на сегодня. Значит, тот человек попросил, что поставить звуковой сигнал. Здесь про панель без приборов, то есть она подешевле.
Просто бардачок исполнен, стекло открывающееся. Вот, счетчик моточасов, температура, управление лебедкой, ручной газ, ручной тормоз, масса. Вот, то есть все, в принципе. Здесь 35-й мотор, большой. Мощный, хороший мотор, 35-й. Сегодня звонили ребята с Новогородской, тоже говорят, думали, воздушника маловато. Нет, хватает, и более чем, как бы, и 30-ки хватает. Ну и 35-й, сейчас у нас инжектор впереди, зонгшенг будем ставить в январе месяце. На АБТХ тоже заказы, на январь-февраль принимаем. Вот, то есть так, активно, в принципе, сейчас идет работа. БТХ вот за последние там дни тоже не с одним человеком разговаривал. Выполняет все задачи по всей стране, без каких-либо проблем люди ездят. По-моему, звонил человек 300 часов, сейчас он сказал, сделал ТО, там какие-то вопросы задавал. Уже, то есть 300 часов, говорит, без проблем, без каких-то поломок. Техника надежно работает. При этом вездеход легкий, везде едет, везде идет. БТХ-2, я думаю, да, многие, кто нас смотрит, много видео видели, вот, поэтому реально такая безотказная, офигенная машина. Мало сейчас тоже входит уже в серийное производство, и запускаем также Атрину, но стараемся, и много интересных решений, по ней будет большой обзор, там как бы все очень круто, наворочено, так прям огонь. Вот, большая экспедиционная машина такая серьезная получилась, получается. Вот, технологически есть какие-то сложности, там кузов как исполнить, она все-таки, да, такая более технологичная. Но мы тоже решаем сейчас и с гибкой, и с лазером вопросы. Там, ну, так процесс идет, все обязательства выполняем, по договорам машины отдаем. Вот, все нормально, поэтому смотрите, пишите. Все, ребят, я поехал, до новых встреч, счастливо, пока.